удовольствие. Удовольствие. Сама открылась. Реально удовольствие. Опа. Птичка. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, держитесь за поручни. Это убережет вас от падения в случае экстренного торможения трамвая. Он всегда скрипит. Ничего, что там грязно, да? Пофигу. Грязный, да? Помой это надо. Стрелку чтобы будут переводить. Заколебали. Вообще. Короче, я в Скане ехал, ну, с Серёгой, мы на задней площадке сели, а там, короче, кондуктор, что даже туда не ходила, и я бесплатно проехался. Только любишь, как уже час держать тебя. Остановка улица 42-й краснознаменной бригады. Ну, прикольно объявлять будет, куда можно пересесть. Да. Краснознаменной бригады. Следующая остановка – трамвайный проезд.
Да, давайте почему-то. Сразу... Только не вместимся. Сразу сойдет. Мне кажется. Нет? Да? Мне кажется, там, если мы по челюскусу проедемся, то все. Мы там повернуть не сможем на челюску. Да. Кстати, почему? А, представляешь, там... что не сможем. Да, там не в габарит. У татар вынос один, там, один и два. Это осторожно, двери закрываются. Вот такое вот состояние. Уважаемые пассажиры, чтобы выйти из трамвая или войти в него, нажмите на кнопку, обозначенную специальным стикером или зеленой подсветкой. Дверь откроется автоматически. Пожалуйста, к выходу готовьтесь заранее. Она не откроется. Это самая. Да. Ну, может, когда-то будет больше. Либо, если этот трамвай отпустить на четвертый маршрут, то никто это не будет нажимать. На четвертый маршрут? Да. Там просто три трамвая пустил и все. И полностью никакой не заходит. Мне бы как пишут голосовой человек. Так, ну что, мы с Аней. Типа Аня. Аня? Остановка трамвайный проезд. Следующая остановка Северо-Западная улица. Так, на улице Северо-Западная. Я думаю, мы можем лучше оплатить. Подойдет оплатить. Что-то холодно как. Мало, то эти просто берите. Осторожно, двери закрываются. Просит покажи. Зачем? Я хочу. В Челябинске там лучшая ситуация с трамваем, там вот только если 5 рублей. Там что, если через 350 рублей за 10 человек в трамвае, если наличкой или картой будут оплачивать банк. Я просто вот это вот предлагаю, что 50 рублей как шли, но мило. Они будут эти 4 трамвая не использовать, не подали. Осторожно, двери закрываются. Держитесь за поручень. Это убережет вас от падения в случае экстренного торможения трамвая. Хотя, по крайней мере, два вагона бы отдали и два вагона вернули. А два катали на линию, а два вагона повернули. Все равно это 150 лямов. Да. Итого нормально, да. Что, приехали? О, все, приехали. Трамваи сломались. Тут смотри, они встали там, сломался. Приехали, все. А я говорил, что там будет. Ну все, приехали, получается. А я трамвай? Да, там поломался, похоже. Да, приехали. В какую сторону? В эту? Ну, куда едем? Ну, куда едем? Да.
Удовольствие. Удовольствие, реально все. Как всегда. Ты скажи, что мы что, в предстоящих салатах? Скажи пока, что в предстоящих. Пока едем. Ну, либо они сейчас быстро буксируют. И в середине идущий трамвай сломался. А мы в 30-10 едем. А сколько там трамваев стоят? Два. Два трамвая стоят. Один сломался, наверное, сейчас зацепится и все. Если вообще классно, может, они просто подошли. Стоят. Откуда они взяться? Они ходят в час. Если вы сломался рамвай, сейчас цепятся и поедем дальше. Цепятся, парень все знает. Сейчас цепятся и поедем дальше. Ну, жестко цепляет. Стоишь на остановке, ждешь. Ладно, ребята, впереди стоящий трамвай сломались, я вернусь, когда мы поедем. Вот. Кому на выход в первую дверь проходит, но мы останемся. Да ладно, не будем садиться, зачем? Там печка, я погреюсь хотя бы. Вон копы, вот двери открыли. Если ждать не будете, там сломался трамвай, переходите, пока я закрою понижение. Пройдите на другой стол. Нифига себе, ДПСники работать начали. ДПСники реально работать начали, наконец. Они просто бублики есть. Если будете ждать, ждите, если нет, я... А сколько тебе надо? Вопрос из разряда. Сколько нам ждать? На это сколько ждать? 15-20 минут нам ждать. Что, пошло движение? Зачем они все пришли? Осторожно, двери закрываются. 2 минуты стояли, наверное. Да, сейчас нагоним. Так прикол, всех высадили. Ага, ложки. Ну, они только ножку перешли и поехали. Наш педус. Они сейчас побегут, как эти. Как дебилы. Муравьи. Уже будем, скорее всего, уехать медленно. Они, скорее всего, поедут до... Это вагон третьего депо сломался. Видите, вагон третьего депо. До потока, не повезло семерке, которая тянет. Остановка – краевая спортивная школа. Следующая остановка – улица Юрина. Здесь один.
мы слева завтра направо. Ну, может, там ускоримся. Либо они до восточного поедут на разворот и вот так. Хотя на восточном там они, такие штуки неуместны. Слушай, это какие-то. Остановка улица Юрина. Следующая остановка — кинотеатр «Чайка». Туда ближе, чем до Поточного. Неудобно, потому что потом сверху тут подниматься тяжело. Ты же там как? Ты на 10-15 как же как? Ты на север, да, пока здесь сейчас по подъем. Столовая. Юрина «Чайка». Да, да, там тоже подъем. Короче, просто фургон вложить. Зачем надо? Осторожно, двери закрываются. Ну, зачем так? Уважаемые пассажиры, чтобы выйти из трамвая или войти в него, нажмите на кнопку, обозначенную специальным стикером или зеленой подсветкой. Дверь откроется автоматически. Пожалуйста, к выходу готовьтесь заранее. Чем больше? Любого из нас. Поставьте руль. По 48. Не надо. Какой-нибудь вагон с коммунаров с четвертой на пятерку придет, а третий вагон с третьего до пятерки на пятерку. БКМ что-то рано до пота ходит. А? БКМ рано до пота ходит. Не знаю, вчера 8 вечера на горе. Двери закрываются. Она не, ну, ну они, ну их, ну, их после 10 нету. Не уходят. Конечно, человек так поздно работает. Ушка. На курьих ножках. Классно, да? Да. Гвардейской дивизии. Короче, полвагона выходит. Осторожно, двери закрываются. Интересно, а здесь все
если там руку в двери поставить, она закроется? Ну да. И потом говорит, что, то, что там есть система, что брать вас, брать вас жрать. Говорит, что там есть какой-то. Да, да. Ближе к кордону вообще не будет. А там на кордон выгодно вообще пустые ходы. Ближе к кордону только пусто. Они походу уже уехали, вот разогнались. Я просто там. Остановка. Улица 80-й гвардейской дивизии. Следующая остановка – проспект Ленина. Ну вот. Правда. Северо-западная остановка. Всякий бред говорят. И почему? Да, не решили. Ленинская отсюда северо-западная. Вы не правы. Нет, там просто объявляют остановки, как раз. Как это объяснить? Если мы поворачиваем вот сюда, объявляют вот эту улицу. А он убегает Ленинский. Осторожно, двери закрываются. Иногда по-разному то есть убегают. Одни и так, одни. Уважаемые пассажиры, чтобы выйти из трамвая или войти в него, нажмите на кнопку, обозначенную специальным стикером или зеленой подсветкой. Дверь откроется автоматически. Пожалуйста, к выходу готовьтесь заранее. Старый нет. Он два раза говорит по поводу. Просто одна самка по полу, другая по два раза по полу говорит. А это правильно. Надо будет до депо 3 окончательно на этом вагоне прокатиться. У нас еще кто-то будет. Я хочу новый информатор более. Там на с потока до Докучаева там громкий прям пути. Вообще то. Это же северо-западная, когда мы направо... Нет, это Ленинская. А там уже северо-западная? Там северо-западная. Что, вообще непонятно? Они что-то по-разному сами себе запутали. Ну. Иди так, и сиди так. Одни объявляют вот как два раза по полу, хотя там одна слепа такая, другая другая. А другие объявляют по-разному. Где-то правильно, где-то неправильно. Можно себе этот заберу в коллекцию? Я тебе... Ты видел мою коллекцию? Ну чё, блин, встал-то. С ума здесь вагоны впереди вот стоим. Сейчас поеду. Цеплено уже. В СУЕ сейчас поеду. Сейчас увидим, наверное, либо прямо, либо направо. Мне кажется, прямо. Прямо. Они еще поедут что-то... Первые недели вот здесь была остановка, еще вот сюда. Пускаться. Потом все. Правильно. А что пацан делают? Оттягивается. Что? На улице минус 3. Отлично. Вот
вот и печка, в принципе, не нужна, но у меня ноги все равно мокрые. Да, я тоже не мог, хоть надо печку. Да. Загорелся до трамвая. А вон они уехали. Вон едут. Да. Буксиры. Остановка проспект Ленина. Следующая остановка дворец культуры Барнаульского отечественного завода. Это северо-западный. Почему Ленинский? Ничего не понятно. Интересно, а куда съели? В центр, наверное, в спальных районах, в центре. Кто спал, то не найдет, знаете, на лодке. Либо ходить, либо кататься. Там же и ходить просто можно ходить. Блин, слушаюсь. Что ли там на морде написано? Отвернись с хэштегом. Уважаемые пассажиры, держитесь за поручни. Это убережет вас от падения в случае экстренного торможения. Либо хотя бы от потока до садов здесь починить и делать девятку, чтобы они дублировали девятку, единицу и пятерку. Чтобы через Докучаева пятерка ехала на молочку. А на молочке там пути нормально. Я тут на дома не езжу. Через Докучаева на молочку там нет стрелки. Точно. Я забыл, что... Я забыл, что там нет стрелки. Это единственное место, где, по-моему, нет стрелки. И на свободе. А раньше была стрелка. Где? На Красноармейском повороте на свободу. Да. Там где была стрелка. Я помню. Я видел вам фото. Помню, это время. Не, я не помню, я фото. Я фото. Не ошибаюсь? Я, возможно, помню. Такая это было. Вообще пофиг, она на полном его проходит.
О, сейчас нам автобус бывает. Но мы купили, но мы. Печально, что только здесь они такие. Прям так гладко едет. Но мы на стрелке сбавим скорость. Если была перед нами тройка, то она сейчас пойдет в следующий километр. Нет? Электричка у нас 27 тысяч. Не знаю. Это у нас переменный ток. Удовольствие 27 тысяч. Очень удобно. Да коснулся и все. Да даже касаться не надо. А? Даже касаться не надо. Думаешь? Там в метре провода убивает уже. Почему? Потому что 2 вольт. Опас. Остановка. Уже майя на тебе. Где? Вот, желто-оранжевый. Не вижу. Не вижу. Пацаны, не ломай эти херни, да? Делай. Полчаса тут стою, даже 40 минут даже. Даже не. Уже полмаршрута бесплатно едет. Уже полмаршрута бесплатно. Пусть и осторожно, двери закрываются. Почти. Ну как на кордон поедем? Чтобы выйти из трамвая или войти в него, нажмите на кнопку, обозначенную специальным стикером. Или курник. Дверь откроется автоматически. Низкопольное ведро. Технику называю. Что вообще не красит. Надо будет зайти покушать. А ты что, на проезд, да? Я просто... Я с кордона до вокзала там. Но на кордон поедем? Да. Ты же хотел ярче. Ну мы до кордона, потом можем с кордона, ярче поедем. Или тебе времени не хватит уже? Да нет, у тебя время. Можем выйти на ярче. Не, я до кордона доеду. Оп. Я тогда выйду на ярче. Почему? Пойду ярче. И на следующий сигнал посажу. Который шел. Поэтому... Ты раз не уедешь, то... Ну а что он говорит сейчас? Нифига мне как-то вокзал. Да, там надо, надо еще... Еще полкилометра топать. Да почему полкило? Разу? Нет. Не полкило. Метров. Да. Он далеко. О, 75 тысяч. Все слышно, шпарится. Это Бокман. Нет, на автобусе. Тоже вот здесь.
Они, короче, кипят. У них первый выпуск карты с автобусом нарисовано, но она не работала на автобусе. А потом они сделали, что нельзя, нет автобуса, но теперь она работает на автобусе. Гении в кавычках. Они, короче, важно обосрались. Точно. Рейсы нормальные в центре. Нет? Ну, в центре вроде рейсы более-менее. Ну, это их накатали сейчас. Они вообще не ужасно. Ну, что ты так медленно едешь? У тебя ж нагон. Что ты так медленно едешь? Полетели. Нельзя более... вообще 5 метров. Не 35 больше. 5? Ну, нет, без скидывал, по-моему, 5. Именно здесь. Было, на повороте. Да. Остановка, площадь Победы. Выход к железнодорожному вокзалу, автовокзалу и к автобусу в аэропорт. Следующая остановка – Молодежная улица. К автобусу в аэропорт сюда. Куда выходить? Сюда. А реально, тут же нет рядом. Остановка только на вокзале. Там и там. Туристов вводить в заблуждение. Да. Подумаешь, еще один гениальный. Тут зеленый, а там красный. Где? А, так перекрестно. Вообще пустой зил. Первая остановка. Весна. Все тает потихонечку. Скоро на велик. Это очень жду. Стирать рюкзак, как всегда. Штаны. Все стирать. Потому что... Я вообще не знаю, как самокатчики ездят. У них даже крыльев на велике нет. А у них зимняя резина? Да, у них, по-моему, обычная резина. Я имею в виду, что была на крыльях. Когда по лужам едут, им прям на спину грязь лезет. Именно на сумку. И на голову. Размачивать. Воду это размачивать. Зачем тут светофор вообще? Дорогу бери. Остановка Молодежная улица. Следующая.
Следующая остановка Алтайский государственный аграрный университет. Ну, потом на кордон приедешь, да? Успею я на том, если то приеду. Надо посмотреть, где он. Осторожно, двери закрываются. Сипа. Чё? В одной остановке от нас. Потому что мы же стояли там долго. Я спрашивал у Ирины, когда мы тут спускались. Понятно, что обязательно. Осторожно, двери закрываются. Как они могут так расшифровывать? ОБ. Обязательно. Пожалуйста, помогите при входе в трамвай и выходите. Ну, возможно, кстати. Возраст достоин уважения. Спит он или не спит? Проверить, я говорю. Следующая остановка – Сити-центр. Почему сразу сейчас говорите? Если можно, когда мы отправимся по второму дверь. Смотри, она опускается? Она не опускается. А там что-то у нас специальная кнопка есть. Осторожно, двери закрываются. Задно заеду. Thank you.
Быть, ну тут в центре вообще. Они вообще не гоняют. Они вот. Все время стоят на светофорах. Да, тут много. Кстати, на анаторе. Так это светофор, блин. Я его ненавижу просто всей душой. Поэтому ну, я сейчас там нет же светофоров. Там есть светофоры, но. Два штуки, по-моему, там зачем. Нет. 5 уже 46 сейчас, минут. Сейчас 4. Это 46 минут. Сейчас скоро. 4 светофора. Они там причем сейчас сотворили. Они на партизанской два светофора поставили. Сразу? Один на пешеходник, один через 10 метров, как перекресток. Нажмите на кнопку, обозначенную специальным стикером или зеленой подсветкой. Дверь откроется автоматически. Пожалуйста, к выходу готовьтесь заранее. Да. Я на нее упираюсь. Уже 3 марта. Это быстро время летит. Малярки до себя. 10:32. Во, который вчера на ресепации, сегодня до себя на 10:32. Сейчас приехал. Вот как он по лужам едет без крылья, ему уже в спину летит грязь. А. Я больше скажу, мне через крылья летит грязь в спину. Ну да. А у меня вообще оно сломалось. Оно, блин, я его поставил прямо, а оно, блин, налево или направо включилось, а то вот здесь. Ох, шампунь не нравится. А там раз есть на... После стрелки изолятор. Постановка улица Пушкина. Следующая остановка на гор. Она так просто маленькая, она уже в глазах.
он стоит, когда я тоже смотрю. Еще. Что-то стрелка работает? Это вроде работает. Питерский. На рабочем. А нет, не работает. Лаву работает. Работает еще. Так она же... Нет, очень скучно. Она же была автоматическая. Почему? А где тут, собственно? Автомойка? Она была автоматическая. Где бокс? Это стрелка. Это почему? Разве она не автоматическая? Какой-то эстетик. Я все хочу поехать на него. Он мне не попадается. Нету. Видимо, реально гонять черт будет. Либо приедут из Беларуси чинить, там еще так они будут кататься и все. Починят и продам. Было бы отлично. Это какая-то карта. Ну там не миллиард, там вообще. Вообще. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, пожалуйста, помогите пожилым людям при входе в трамвай или выходе из него. Помогайте. Достоин уважения. Остановка Аллея Ветеранов. Следующая остановка
улица Ломоносова. Половина вышла, половина пошла. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, уступайте места инвалидам, беременным женщинам, людям пожилого возраста и пассажирам без детей. Хотя, если он будет прям гнать и дергать, как это обычно бывает, то можно прям выгнуть нормально. Чтобы не запахнуть. Ну, я о чем говорю. Реально бывает. Дергает и дергает. Ну, и реально все. Дальше семерка сзади пустая едет. Пустая семерка сзади. Типа. На картоне же на остановке сядем, посидим. Это будет вам час. Сейчас все выйду, давай. Следующая остановка. Да ладно. О, сколько людей, опас. А там что, много людей? Да, прям полная остановка. Нет, это же с другой стороны. Иди нафиг! Ура, мы сели наконец-то. Удовольствие. Удовольствие. Час идет съемка.
говорил, всего за час доедем. Мы же еще несколько минут стояли на штрафе, на паузу ставил. Осторожно, двери закрываются. Уважаемые пассажиры, чтобы выйти из трамвая или войти в него, нажмите на кнопку, обозначенную специальным стикером или зеленой подсветкой. Помогите пожилым людям при входе в трамвай и выходе из него. Возраст достойный уважения. Они же круглые. Какая сейчас остановка? Солнечная. Они же круглые. У них побольше аэродинамика. Поэтому они скоростнее. Да, еще один. Так же меньше. Кто не знает, что это оборудование Меланжевого? Дачи, которых нет уже давно. Улица, еще есть наша улица Меланжевого. Там, где, там она, там еще там только сюда где-то 40 Барнаульского меланжевого комбината.
Следующая остановка – больница работников текстильной промышленности. Городская больница номер 5. РТ. А больница РТ что такое? 3, да. Кордон. Пожалуйста.